Привет, зритель. И при свете дня, и ракурс другой. Сумочка. Я в телегу писала, что я хотела вчера записать АСМР, обзор того, что я купила на Озон Вэперс. Но так получилось, что не получилось, поэтому сейчас запишу. А потом уже пожиру на камеру. А пошу я на камеру, наверное, гречку. Я тут как-то на Вайлдберрис увидела кашки от фирмы «Между нами». Потом решила глянуть их вообще на Озон. И на Озон они тоже есть, и мне на Озон было удобно купить. Но они что-то там то ли быстрее шли, то ли по карте Озон там на пару рублей дешевле были, то ли еще что-то, я уж не помню. Именно с этим. Так-то их можно и отдельно купить. Плюс я еще что-то загуглила, думаю, что за «Между нами». И вышла у меня группа ВКонтакте. А это на самом деле, ну и помимо, почему стала гуглить? Тут у нас «Между нами», «Тепло», «Доверие» и каши. Гречка, сушеная свекла и тыквой. Во-первых, необычно. Я никогда не делала гречку с сушеной свеклой и тыквой. Вообще вот это сочетание. Вы даете работу людям с особенностями развития. Тут каратин, фосфор, магний. 8 минут, биоложка внутри. Заваривается, завари в упаковке. То есть можно в упаковке заварить, а можно в тарелке. Ну, я, наверное, может, первую-то и заварю в упаковке. Тут они разные. Тут есть не только гречка и по-моему, булгур или что-то такое, уж я не помню. Ну, короче говоря, это делают в Питере. Организатор, наверное, все-таки, я не знаю кто, но суть в том, что там работают люди с ограниченными возможностями по здоровью, типа меня. Я подумала, а что прикольно купить, сейчас я привстану за ножницами. Купить, короче говоря, кашки, которые делают другие инвалиды. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Я даже репост сделала ВКонтакте их записи на эту тему. Я даже считаю, что это намного лучше, чем театр «Поговорилово зрителя» для наших местных инвалидов, которые, как мы с другой подругой, которая тоже как бы с тем же заболеванием, что у меня, но у нее врожденная у меня посттравматическая эпилепсия, считаем, что они жалуются, что им не хватает денег, но им приказали предлагать минимальную какую-то работу, которая им по силам, они отказываются. А тут люди, вот, я считаю, что ну, мое считание насчет инвалидов есть какой-то вроде отдельный ролик. Но сейчас же у нас АСМР, обзор, короче, я считаю, что это хорошее такое. Вот, если бы я не занимала, допустим, Ютубом, не была бы творческим человеком, и если бы в нашей области была возможность вот, трудоустройства таких, как я, и мне подобных, я бы, наверное, не будь я, будь я кем-то другим, я бы пошла с радостью вот на такую вот работу. Я почитала, что они там все вроде как в день, ну, каждая кашка собирается вручную, и вроде как эксклюзивно считается. Тут у нас гречка с лесными грибами. Ну, с грибами я делала, мне просто увидела этот сет, там были сеты сладких кашек, простите, если люблю какие-то звуки, там соседи где-то там что-то делают. Ну, уж не без этого, хорошо, что делать днем, а не вечером, в смысле, не ночью. Вот здесь вот с грибами. С грибами гречку, в принципе, я тоже делаю иногда. Вот тут можно ее будет доварить, наверное, даже в тарелочке. Стряхнуть упаковку и расправить ее дно. Открыть по верхним насечкам, залить кипятком на полтора к одному. Хорошенько перемешать, закрыть замком и подождать 8 минут. Оторвать от нижней насечки для удобства. Приятного аппетита. Сделано 2 февраля этого года. У них вот даже, прикиньте, есть вот не только ВКонтакте, тут вот и Инстаграм есть, и Фейсбук. И также сайт mnkasha.ru. Состав: гречневые хлопья, лесные, сушеные грибы, лук обжаренный, лук сушеный, соль. Все. Мне еще и состав понравился, но и просто думаю, что вот так попробовать. Я попробую, вы попробуете. В смысле, вот эти все кашки я решила еще и потом и замулбачить. Артикулы на все я оставлю в инфобоксе. Я оставлю артикул чисто вот на этот сет, но если кому интересно, то ну, там посмотрите, зайдете по сету там
как бы у продавца, наверное, можно глянуть еще и отдельно их купить. Но когда буду делать мукбан, то постараюсь посмотреть на Озон либо Wildberries артикул, чтобы вам удобнее уже было на определенную какую-то кашу. Каши создаются вручную, создают вручную работники с ментальными особенностями. А, понятно. Ну, в принципе, тоже я считаю, что это нормальное дело. Что эти люди тоже, если они желают работать, то есть тот, кто организует их рабочее пространство, то это очень даже хорошо. Каши – это встречи, разговоры, обучение. Это жизнь наших работников. Коля учится читать, Ира учится не расстраиваться, когда что-то не выходит, а Вася просто гордится своей работой. Мы учимся вместе с ребятами и радуемся поддержке, критике, советам, любой помощи. Если вам вдруг что-то не понравилось, пожалуйста, напишите нам и об этом в Телеграм. Вкус. Команда между нами с теплом, доверием, кашами и благодарностью. Вот. Так что такие люди, если у них есть желание развиваться и работать, тоже имеют место быть. Это у нас каша вкус. Кускус с сушеными овощами. Вы даете работу людям с особенностями развития. Заварил упаковки, тут уже 7 минут можно заваривать. Все в составе. Кускус, сушеные овощи, морковь, лук, корень сельдерея, паприка, укроп, розовая соль. Это сделано у нас 25.07.23. Кстати, сроки годности 12 месяцев. Но я так понимаю, что это собирается вручную, что есть на складе, потому в упаковочку. И оно уже сет из трех сытных каш. Страна производства Россия. Я уже не помню, почем сами по себе каши стоили. Но что-то я тогда поняла, что удобнее вот именно с этим таким попробовать. А тут у нас вот та самая гречка с сушеной свеклой и тыквой. Тоже 8 минут. Она у нас 4.07.23. Вот ее я первой и опробую. Пакетик. Это тоже Сазон. Меня как бы приказал долго жить мой фартучка. Остался тот, что делала подружка Женька. Но она его делала хоть из моего материала, но изначально на себя. Это вообще первый самый фартучек, ручную работу сшитый. И он как бы мне немножко великоват. Ну и просто я хотела какой-нибудь фартучек. А тут я что-то купила в Озон, мне капнули баллы от продавца. И я подумала, что... Ну, думаю, что там есть. Смотрю, там фартучек. Заказала. Материал, конечно, мягко говоря, не тот, как на картинке. Но я надеюсь, этот фартучек все же прослужит долго. Тут есть карманчик. Это не тканный материал, но более плотный. Ну, он мне обошелся в 100 с чем-то рублей. Так что, в принципе... Если какой-то вдруг шум, хотя я микрофон сейчас настроила только на себя, не знаю, будет ли слышно сзади кошка сбоку, то это у меня кошка уселась на этот пакетик. Не надо это делать. Ладно, я себе тогда положу пока. Ай, блин, кошка. Она меня сегодня уцарапила ночью за палец в 3 местах, как сейчас я только что в 4 выяснилась. И из-за этого мне пришлось голову мыть нейтральным шампунем, а я сейчас мою шампунем с перцем. Потому что если на рамку там вот он и так-то по себе дерущий, а на рамку тем более было бы жутко. Плюс там не рекомендуется мыть волосы, если, допустим, есть какая-то ранка с этим шампунем. Так вот, она сейчас только что стащила еще и пакетик от кашек со стола на стул. Ну и явилась мне в ногу своими копытами. Я как-то говорила по видеосвязи со своим другом из Японии, и он мыл посуду ёршиком. И у меня как бы есть ёршик от маслопресса, обзор на который вы могли уже видеть, либо еще не видели, можете глянуть.
Так вот, в первом маслопрессе тоже был ёршик по образу и подобию. У меня есть некоторые бутылочки, либо такие узкие емкости, которые вот рукой неудобно. Я пришла к выводу, что мне надо тоже ёршик. Вот он, пакетик порвался. Это ёршик с Вайлдберрис. Шел, не поверите, из Казахстана. Маленький такой. У некоторых ёршиков там были еще такая вот губочка на конце. Но я подумала, что я пока возьму просто ёршик. А если что, то потом можно будет докупить и с губочкой на конце. С губочкой на конце я видела у нас в деревне еще, когда, видимо, он с тех времен, когда племянник мелкий был, и моя тетя туда или сестра приезжали с ним. Ну и, соответственно, его бутылочки мыли. Ну и последнее, у меня тут это специи с Озон для мяса. 0,5 кило вроде как. Можете мне, наверное, все это сделать. У меня закончились мои маленькие специи из набора, который мне подруга дарила на день рождения в прошлом году. Универсальные. Есть, конечно, там для мяса еще что-то, но я что-то долго думала, и в итоге я почитала по описанию, решила, что такие специи тоже можно, могут быть. А вместо универсальных у меня пока карри. У нас пакетики. Приправа для мяса. Больше никаких данных. Ни срока жизни. Ничего. Она перебрендована еще внутри тоже скотчем. Доберись до меня, если сможешь, наверное, это так. Должно быть верить. Какая-то, если честно, очень странная упаковка. Вот это черный упаковочный пакет. Потом просто пакет. Потом пакет, заделанный скотчем. И только внутри уже пакет со специями. И так как оно так перебинтовано, я когда вскрывала черненькое, не перешла ли я на стикового голоса, на не очень тихий голос. Короче говоря, я побоялась, что я ножницами или ножиком прорежу эту упаковку и оттуда все посыпется. И там на самом деле вот такой еще пакет. Ну что могу сказать? Ну уж дату жизни бы написали. Будем надеяться, что они действительно свежие. Тут тоже перебинтовано скотчем. Ох, я надеюсь, вы словили свою мурашку. Если вам подобного типа СМР зашли, то дайте знать в комментариях, я какие-нибудь потом свои покупки с Озон Вайлдберрис точно так же за СМР. Даже если оно зашло, допустим, 1-2 человека. Ну, а если не зашли, можете тоже поделиться в комментариях. Учту на будущее. Так что, как бы это. Если хотите поддержать канал, где-то будет облако. Ну и спасибо за просмотр.